На Сахалине произошел пожар в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2. Об этом сообщила РИА Новости. По информации, причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю. В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинуло 30 сотрудников. В социальных сетях обсуждается услышанный до пожара хлопок.